Российские войска усиливают контроль на административной границе Абхазии. По периметру реки Ингури появятся наблюдательные вышки. Первая из них уже установлена. Она возвышается над железнодорожным мостом в селе Тагелони Гальского района. Сам мост российские войска взорвали после войны августа 2008 года. Затем местное население восстановило его. Впрочем, переход на территорию подконтрольную официальному Тбилиси все равно закрыт. Теперь здесь появилась и наблюдательная вышка. По словам местных жителей, подобные посты будут установлены у всех переходов. Продолжается оккупация как раз в Гальском районе, усиление этого российского фактора. И это новизна сравнительно с тем, что Гальский район все-таки был более или менее изолированным от абхазского влияния.